Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация – Joomla и WordPress. На связи Федор Васильев. Мы продолжаем с вами разбирать тему Woodmart. Урок 23. В этом уроке мы с вами поговорим о... Тут он называется заголовок страницы. Вот этот заголовок. Потом здесь у нас есть вывод категорий. Здесь у нас могут выводиться хлебные крошки. И сзади может быть заливка цветом или картинкой. Мы уже разбирали это для одиночной страницы, как отключать. Здесь же как раз мы переходим в Woodmart настройки, далее заголовок страницы. Это то же самое, то, что мы разбирали для одной страницы, только это действует для всего сайта. По умолчанию у нас выбран вот этот вариант, вот эта картинка, то есть по центру. Можем поиграться, сделать по умолчанию, либо просто отключить для всех. Тогда у нас на всех страницах это будет отключено. Но смотрите, я бы не рекомендовал это отключать глобально. Объясню почему. То есть оставил бы вот так. Во-первых, у нас здесь заголовок. Мы можем выбрать, вот здесь ниже SEO. Его нужно выбрать в H1 с точки зрения SEO. Давайте посмотрим. Потому что получается он самый верхний, самый большой. Вот этот заголовок, да? Если только вы дополнительно здесь не продумаете HTML-блок со своим заголовком. Если мы его всегда отключаем, тогда у нас, допустим, вот для этой страницы аж заголовка нет. Вопрос снимается, когда мы заходим сюда. У нас вот этот, по идее, должен быть H1. И потом, не во всех страницах будут работать хлебные крошки, если вы его полностью отключите, этот блок, потому что они выводятся в этой части, могут выводиться. Поэтому лучше отдельно на каких-то отдельных страницах это отключать, а глобально лучше оставить. Потом, вот этот момент, это маленький, большой, то есть это сама вот эта полоса, она может быть больше, меньше по высоте. Вот сейчас она стала более компактна, возможно, такой вариант вам больше приглянется. Дальше заливка, ну, совсем, конечно, некрасивая, там черная. Можно поменять на какой-то цвет, либо загрузить изображение на задний фон. Цвет текста, соответственно, который вообще поверх там идет, получается, если у нас темный такой заливочный цвет, то мы делаем светлый. Ну, здесь я уже рассказал, показать хлебные крошки, да, конечно, мы это показываем. Хлебные крошки – это цепочка навигации, полезная и для SEO, и для пользователей. Если вы используете плагин UAST, есть такой плагин популярный, вот здесь вот он, то его можно включить, чтобы крошки шли от него. Показать хлебные крошки от UAST для страниц также можно включить. Все, и получается у меня сейчас этот блок красного цвета. И куда бы я ни перешел, он везде будет. Но отдельно для каждой страницы мы можем его вообще отключить. Внимание! А сейчас о самом важном. Вы научились создавать сайты. Простые и сложные. Дабы для этого у нас все есть. Крутые плагины и шаблоны. Сайт у вас готов. Но вы замечаете, что ваш сайт очень долго грузится на мобильных устройствах на компьютере. Если вы еще не знаете, скорость вашего сайта вы можете проверить через специальный сервис под названием Google Page Speed Insight. Сервис очень быстро покажет скорость вашего сайта на мобильных и компьютерных устройствах. Реалии таковы, что сейчас нас интересует только скорость на мобильных устройствах. Если вы видите, что ваш сайт находится в красной зоне, вы уже сами понимаете, что это нехорошо. Но почему это нехорошо? Почему это плохо? На что это может влиять? Во-первых, неприятно, сайт долго грузится, вы это можете сами ощущать. Во-вторых, это может влиять на ваших клиентов. Люди могут просто со слабым интернетом не дождаться загрузки вашего сайта, а значит вы теряете клиентов. Это будет плохо влиять на SEO-оптимизацию сайта. Поисковики видят и знают, если сайт не оптимизирован и долго грузится, это также будет влиять на поисковую выдачу. И вы можете быть только из-за этого ниже в топе 10 Яндекса и Гугла среди ваших конкурентов, если у ваших конкурентов с этим дела обстоят лучше. Для тех, кто уже столкнулся и борется с этой проблемой и не может найти решение, перепробовали кучу плагинов, я уж точно съел на этом собаку, перепробовал просто десятки плагинов, которые зачастую платные, и нужно уметь их еще настроить. Никто из них не дает ощутимый результат. Да, у нас скорость увеличивается, скорость загрузки сайта, но это не те
результаты, которые мы хотели бы видеть. И сейчас самое приятное. Решение найдено. Теперь я могу оптимизировать ваш сайт с гарантией от 90% на мобильных устройствах. Сайты на WordPress. Вы используете WooCommerce, Elementor, какие-то тяжелые темы. Мы с вами проведем диагностику всех плагинов. Отсеем, какие плагины вы не используете, какие ненужные. Я дам нужные рекомендации. Возможно, какие-то плагины заменить на более интересные. И ваш сайт будет в зеленой зоне, и вы забудете об этом. Ваш сайт будет просто летать. Никаких предупреждений, красных предупреждений в области оптимизации от PageSpeed Insight. Это все я исправлю. Сразу предупреждаю, услуга не из дешевых. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в Telegram. We'll be right back.